Всем привет! У нас сегодня будет мастер-класс по раскадровке. Вот, я думаю, все видели анонс, но объявление, что мы сегодня рисуем раскадровку по сказке «Колобок». В принципе, такие задания, они достаточно классические, если поступать куда-то. Умение рассказывать историю, строить композицию кадра, как-то там с персонажами работать, с эмоциями. Это все важно для аниматора. Я не знаю, рисовал ли кто-то из вас раскадровки до этого. Вот. Но кто даже рисует впервые, в принципе, не пугайтесь. То есть это не могу сказать, что прям ну, как супер просто, то есть придется думать. Но и ничего страшного тоже особо нет. Я сейчас основные вам принципы расскажу. Ну, наверное, не все, потому что всего полчаса, но хотя бы вот то, с чем сегодня вам придется поработать. Есть несколько правил в раскадровке, которые не очень хорошо нарушать и которые путают зрителя. Вообще, когда вы рисуете раскадровку, одно из самых важных принципов, которому следует придерживаться, это все должно быть понятно зрителю. Если вы рисуете так, что непонятно, что происходит, значит, это плохая раскадровка, даже если она хорошо нарисована технически. Но самое важное – это внятность истории, внятность вашего рассказа. Про монтаж. Монтаж – это склейка между двумя планами, где меняется угол камеры. То есть если у нас идет наезд камеры, панорама, какой-то пролет камеры, это все считается одним планом, это один кадр. Как только ракурс камеры меняется, то есть идет перебивка, это уже считается следующий шот, ну, и это называют монтажной склейкой. Про виды монтажных склеек я сегодня не буду говорить. Я, наверное, больше про композицию для кадра. И чего нельзя делать на монтаже, особенно на динамичных сценах, нельзя менять направление движения вот в прямом монтаже. То есть если вот это вот у нас первый кадр, на котором действие происходит, и следующим кадром мы делаем вот такой вот монтаж, то есть получается здесь персонаж двигается слева направо, а здесь он двигается справа налево. Будет казаться, что это два разных персонажа, которые бегут навстречу друг другу. Ну, если это один персонаж ярко выраженный, то есть там какой-то характерной одежды, то вообще зритель такой, типа, что сейчас было? То есть он вроде бежит, а потом бежит в другую сторону, причем сразу. Вот. Но это не значит, что надо, если он бежит, как бы все время в эту сторону, может, он там как-то петляет по лесу, в погоню уходит. Вот. И тогда, чтобы вот эти вот два кадра, они как склеивались, нужно сделать перебивку, и обычно делают перебивку крупным планом какой-то детали, то есть это могут быть бегущие в кадре ноги, или вот как здесь, допустим, крупняк лица, который показывает, что персонаж слишком взволнован. Вот. И если через крупный план, через перебивку делать монтаж, то тогда можно иметь направление движения, но как бы напрямую это делать нельзя. И вроде бы, когда так говоришь, показываешь, это очевидно, но когда начинаешь рисовать, иногда хочется, ну, типа, с разных ракурсов все показать, динамика. И забывает про этот принцип, то есть бывают очень такие неудачные восьмерки по движению, когда персонаж, допустим, он ну, не бежит, он прыгает, допустим, с обрыва и приземляется, типа, вот так вот, в эту сторону, хотя он должен вот так вот приземляться по движению. То есть ну, на каких-то конкретных примерах на эти грабли можно наступить, поэтому про это помните. То есть на прямом монтаже движение всегда должно быть в одну сторону. На перебивке оно может быть, допустим, на нас или от нас, то есть какое-то такое нейтральное. Следующий момент – это правило 180 градусов. Это из кинематографа пришло, и, грубо говоря, это работа с камерой. Нарисую, но я думаю, кто-то из вас по-любому про это слышал, что у нас, если кадр есть, то есть так, вот эта воображаемая линия, допустим, если вид сверху, здесь стоит один персонаж, здесь стоит другой персонаж. И эту линию можно провести как угодно между ними, но камера, которая их снимает, она не должна ее пересекать. То есть камера может быть отсюда смотреть, можно с разных ракурсов смотреть. Но вот эту линию пересекать нельзя, иначе у нас будет персонажи в кадре прыгать. То есть они будут меняться местами, и это тоже очень сильно зрителя путает. Грубо говоря, чисто визуально, что у вас должно происходить. Если у вас в кадре два персонажа, то один всегда должен быть слева, а второй всегда должен быть справа, независимо от того,
с какого ракурса вы их показываете. То есть вот такой ракурс может быть, вот такой вид сверху, вид снизу, еще как-то, может быть, издалека вид, как я сейчас рисовала, такой вообще супер с верхнего ракурса. Но положение персонажей относительно друг друга, оно не должно меняться, иначе мы будем путаться. Так, идем дальше. Крупность планов. Есть 6 основных крупностей планов. Начиная от сверхкрупного, это когда показывается какая-то деталь, может быть, глаз или предмет какой-то, на который делается акцент, но это прям только деталь в кадре. Просто крупный план, это обычно лицо персонажа, может быть, там отчасти вводить руки или плечи. Вот. И это используется для эмоций каких-то, для того, чтобы диалог какой-то показать между персонажами. То есть это весь фокус внимания на том, что с персонажем происходит. Потом идет средний план. Причем средних планов их иногда делят на два вида. То есть это когда персонаж он еще не в полный рост, но видим уже по какой-то части тела. Я когда для рекламы рисовала, когда-то у рекламщиков вообще есть такие термины, что молочный план и яичный план. То есть молочный — это по грудь, а яичный, соответственно, по бедрам, где-то так. Вот, и они когда мне так говорили, типа, весь молочный план. Я такая, чего? Мне уже потом объяснили. Вот, ну, это оба как средний план считается. И здесь уже показывается какая-то пантомима, уже, может быть, два персонажа в кадре. И больше какого-то движения происходит. Вот, ну и дальше идет общий план, когда персонаж в полный рост, уже в пейзаже в каком-то, то есть он заявляется какая-то локация обычно в таких планах. И сверху общий — это когда персонаж вообще как стопаж в локации, или вообще там может быть толпа персонажей, или вообще их не будет, то есть чисто. Ну, уже, то есть больше про место, чем про персонажа. Вот. И на монтаже, когда вы монтируете крупность планов, если это не диалоги, не восьмерки, но когда надо, допустим, в средних планах персонажа говорят друг с другом, а вам надо именно какую-то показывать динамику, то лучше монтировать планы через один. То есть если вы крупный план монтируете, сверхкрупный монтируете на крупный, то такой, ну, как бы, недозум получается. То есть скачок камеры такой не очень прикольный. Вот если вы монтируете вот так вот уже, вот так не очень хорошо. Вот так уже отлично. То есть супер крупного на средний, на такой какой-нибудь, то хорошо монтируется. А если вы супер крупного монтируете на такой сверхобщий, тоже не очень понятно. То есть это какая-то деталь, а потом, ну, это как бы тут еще один персонаж плюс-минус. А это могут быть вообще не связаны как бы кадры, но именно крупность монтажа, то она не очень хорошо смотрится. То есть, если вам нужен сверхобщий план, или там у вас был сверхобщий план, то следующий органично будет смотреться, если вы персонажа заявляете на каком-то среднем плане. Это не четкий как бы принцип, но это то, что работает точно хорошо. То есть монтаж крупности через один план лучше делать. Следующее правило – это золотое сечение или правило третей. Тоже очень популярная такая тема не только на производстве и анимации, но и вообще в рисунке. Я думаю, наверное, все про него слышали, когда кадр делится так вот и вот так на три части. И, соответственно, пересечение этих частей – это точки фокуса. Те места в кадре, которые наш глаз наиболее органично как-то считывает, то есть наиболее приятно нам кажется по композиции. И когда вы компонуете, то хорошо помещать его именно в эти места, какие-то значимые элементы в кадре. Это могут быть глаза персонажа, или какие-то предметы, или если это пейзаж, то, допустим, ну, точка фокусировки, куда там сходятся какие-то перспективные линии, или там персонаж стоит в пейзаже, что угодно может быть, но типа, если в этом месте прям четко его замечать. И, кстати, даже во многих программах можно включать вот эту вот сетку, которая показывает деление кадра, особенно вот в программах раскадровки, и это прям очень помогает тоже композицию как-то выстраивать. Вот. Но, может быть, кто-то и интуитивно это уже
улавливают, ну, типа, где это будет смотреться. Потому что если вот здесь вот, допустим, предмет очень близкий к краю кадра, он уже вываливается туда. То есть это можно использовать как прием специально, то есть если персонаж у вас стоит, ну, допустим, здесь, или тут такой, там, не знаю, безбрежный океан, то есть, и он прям совсем уже в краю кадра, то это скорее показывает, что он там чужой в этой локации, он себя чувствует неуверенно, и вообще ему хочется отсюда свалить, и нам, как зрителю, тоже сразу неуютно здесь становится. То есть, такие штуки, они могут использоваться сознательно, но хорошая композиция лучше. Вот вообще вот этот вот квадрат центральный, это вот максимальная зона внимания. То есть, вот я здесь даже выделила красным. Это то место, которое лучше всего считывается, быстрее всего, потому что мы как бы по инерции смотрим в центр. Так, ну и здесь что еще? Как пример, что на пересечениях у нас какие-то штуки находятся. И, кстати, еще хорошее правило, если у вас взгляд персонажа, он находится вот либо на этой линии, либо там, чуть выше, чуть ниже, но как бы не посередине. То есть если вы рисуете персонажа, вот у вас центр кадра где-то здесь, и вы рисуете взгляд по центру, ну, то есть вот так компонуете, то, ну, я это называю эффект ковра, то есть когда домашние фото делают на ковра, или типа видим больше ковер, чем люди на таких фотографиях. Вот, поэтому лучше взгляд персонажа помещать вот по верхней трети, то есть где-то вот здесь вот, например, даже если он там точно так же будет по центру, но вот такая композиция уже, она более органично смотрится. И, соответственно, если у вас персонаж смотрит в сторону, то лучше его помещать так же в кадре, чтобы у него перед взглядом было больше пространства, чем за головой. Это тоже хорошее правило, то есть ну, по центру всегда вот здесь чуть-чуть больше пространства. Но бывает, что тоже сознательно это нарушается. И даже когда делают диалог восьмерки, то есть персонажи могут вот так вот компоновать. Я такой в фильмах видела, то есть вот они разговаривают, вот эти двое друг с другом. И когда монтируется, типа один смотрит туда, другой туда, то есть получается, что они взглядами даже не встречаются, они как будто отвернулись друг от друга. Хотя, ну, как бы они вот так вот стоят на фоне друг друга. Но за счет того, где их помещают в кадре, создается ощущение, что они хоть и говорят друг с другом, у них контакта вообще нет. Вот. И это используется, ну, как бы осознанно, как прием, чтобы показать подобные штуки. Но если все-таки у вас персонаж как-то взаимодействует, то, конечно, надо компоновать так, чтобы они у вас смотрели друг на друга на этаже. Следующий момент. Движение в кадре. Вертикальные, горизонтальные и диагональные. Не забывайте о диагональном. Всегда дает больше динамики и интереснее смотрится. Потому что очень часто, что, ну, типа, достаточно плоско делает вот так вот раскадровку, что все двигается как бы вот так. Нету глубины туда, чтобы шло внутрь или наружу. Диагонали движения хорошо добавлять, но тоже как бы смотреть, насколько оно уместно. Если не нужно супер динамики, то, конечно, пусть персонаж идет в кадре, как бы не приближаясь, не удаляясь в кадре. То есть мы следим за ним параллельно кадре. Вот. А если делаете динамику, то и делаете движение вот такое, без диагонального, это не будет смотреться динамично. То есть обязательно добавляет глубину. Ну, а вертикальное движение, оно дает обычно больше статики, особенно если еще это кадр симметричный, персонаж по центру. Важные моменты обычно фиксируются, чтобы показать всю значимость момента. Может быть, даже это бывает не движение персонажа, а движение самой камеры. То есть там именно есть там, панорама какая-то по персонажу. Следующий момент. Использование ракурса. Тоже хорошая тема, особенно если использовать ее уместно. Обычно ракурсы помогают либо усилить драматизм, либо показать, кто из персонажей психологически доминирует. И, ну, иногда это бывает используют как взгляд от лица персонажа, если, допустим, они разного роста и говорят один с другим, типа,
один стоит сверху, смотрит, другой снизу. Либо, в принципе, взгляд от лица персонажа, если он там что-то на земле увидел, можно такие ракурсы давать. Но если делается драматичный момент, то вот прям почти всегда вот такие вот ракурсы. Чуть-чуть снизу, это всегда вот прям очень хорошо добавляет. И, кстати, если вы в кино замечали, даже когда бывает, делаю диалог между персонажами, и они могут далеко друг от друга стоять. Ну, я недавно сериал смотрела, и там как бы по локации, там вообще комната, ну, если сверху нарисовать, то есть здесь дверь, и один персонаж здесь стоит, другой в дверь там выходит. То есть они вообще как бы в одном кадре вдвоем не присутствуют, между ними большое расстояние, у них диалог, и типа кадрируют вот так, что тот, кто у двери стоит, он такой, типа, взялся там за ручку и хочет выходить, и у него ракурс такой чуть-чуть снизу. А второй персонаж, который тут стоит, он такой, типа, чуть-чуть сверху на него ракурс. То есть вроде бы немножко добавляется, но мы сразу понимаем, что вот это тут главный. То есть у них какой-то там спор этический, и явно вот этот задавливает, хотя у них как бы непосредственного взаимодействия нет. То есть с помощью кадров ракурсов тоже очень можно хорошо показывать такие штуки. Голландский угол. Еще один классический прием, который иногда не всегда уместно используют, но когда нужно, он хорошо работает. Иногда, ну, что такое голландский угол, это, по сути, просто чуть-чуть заваленный горизонт. Когда мы даем не прямую перспективу, а такую чуть-чуть наклоненную. Кстати, фотографии это тоже используют. Но в кинематографе обычно голландский угол используют, когда надо показать какое-то напряжение, что персонаж как-то потерян в данной ситуации, он чувствует себя неуверенно с тем, что происходит с ним, или с тем, куда он попал, что ему тревожно, у него какое-то такое состояние паническое. Ну, или, в принципе, что с самой локацией что-то происходит нестабильное, допустим, если это корабль, который качается, или какой-то там туннель, в который, допустим, обваливается, персонажи туда выбегают, то, скорее всего, тоже будет чуть-чуть заваленный горизонт. И опять-таки, ну, такие композиции, они очень хорошо сочетаются еще с динамичным движением в глубину кадра и с какими-то ракурсами. То есть это все можно комбинировать. Вот. Но, с другой стороны, когда голландский угол используется... просто типа как модный прием, то есть вроде ничего такого не происходит, а все время камера завалена, то ну, это вызывает у зрителя тоже на подсознании какое-то такое непонятное ощущение. Вот, ну, я такое в музыкальных клипах видела, когда не просто там с ракурса дают, еще все время такие заваленные персонажи, и смотришь, вроде бы у них все хорошо, но непонятно, почему все падает. Вот, так что с этими штуками тоже надо умело обращаться и понимать, где лучше это использовать, а где не использовать. Следующий момент – усиление глубины кадра. Ну, это к вопросу еще тоже о диагональном движении и горизонтальном движении. То есть здесь, по сути, это горизонтальное движение, персонажи стоят плоско, на одном расстоянии от камеры, мы смотрим фронтально. И это неплохо, но как бы если у вас только такие планы будут, это скучно. Если усиливать глубину кадра, допустим, то же самое дело через восьмерки, когда один персонаж у нас здесь стоит, там в люре еще второй, мы видим его лицо, еще там, на пересечении золотого сечения, вот это все собрать вместе, то такие кадры, они классно смотрятся, если они там друг с другом чередуются. То есть можно начать с такого, но если они о чем-то говорят, то, конечно, и планы хорошо выполнять. Но бывают еще какие-то прям супер экстремальные ракурсы, где еще это можно все усилить, если стилистика вашей раскадровки, вашего фильма, она подразумевает подобное. Потому что, ну, вот такие они не везде используются, довольно специфичные штуки. Вот, и еще один момент, про который хотела рассказать и не успела нарисовать картинки. Это прием субъективной камеры, когда мы видим что-то,
чисто от лица персонажа. Ну, я могу просто, как пример, сейчас набросать, что, допустим, персонаж лежит с винтовкой и целится, и следующий кадр, который мы видим, что типа, через прицел мы смотрим здесь, там, затемнение по краям. То есть такие штуки могут быть. Или может быть вот такой, допустим, план, когда персонаж идет, там, а что-то споткнулся, и он такой, типа, что это было? А там какой-нибудь... Не знаю, что это. Что-то лежит у него под ногами. И мы как бы от его лица видим, что это лежит. То есть как если бы мы на свои ноги смотрели. Ну и, соответственно, также используют руки персонажа, когда он там где-нибудь очнулся. И... Или очень часто используют вот этот вот прием, когда персонаж в отключке, и как бы вообще его глаза такие моргают, и мы видим, что он там видит. В своей палате, где он пришел в сознание. Вот. Ну, это как вариант. И еще часто субъективная камера, там добавляется вот это вот, ну, рандомное движение камеры, что мы двигаемся вместе с персонажем. Вот. Это как прием тоже здорово использовать. Так, вот. Ну, наверное, по теории все, чтобы сильно вас не перегружать, потому что всего я все равно не расскажу, но это такие прям основные моменты, которые хорошо помнить. Давайте тогда сейчас по заданию немножко вам прокомментирую, и мы уже будем начинать рисовать. Так, чтобы вам жизнь облегчить, я вам сейчас напишу, в какой последовательности лучше работать. Кто у меня на курсе уже учится, вы сейчас должны мне ответить, что делается в первую очередь. Тамнейл. Да, правильно, тамнейл. Тамнейлы — это маленькие совсем картинки, почеркушки, которые лучше делать даже на одном листе, и в которых вы просто вот буквально набрасываете свои какие-то размышления. То есть вы не вырисовываете, а вы делаете огурцами что-то. Вот давайте, скажите мне, что нарисовать, я вот за 3 тамнейла это нарисую. Маша ест кашу. Кража еще какой вариант. Давайте Маша тогда крадет кашу. Вот я думаю, как можно нарисовать, что Маша крадет кашу? Допустим, стоит каша на столе, и Маша такая. Выглядывает. Ну, еще, кстати, на тамнейлах не надо вообще рисовать вот, ну, как бы движение никакое. Обычно все это показывается стрелочками. То есть я такая, типа, раз, Маша выглянула из-за стола. Потом, что еще можно сделать? Какой ракурс? Может быть, допустим, сделать субъективную камеру, что вот каша на столе, и мы видим, как руки в кадр входят, берут тарелку. То есть я стрелочками показываю, что вот руки входят в кадр. И третий вариант. В принципе, можно вот этот план повторить, что он, например, вместе с тарелкой прячется под стол. Тоже будет неплохой вариант. Но если прям совсем не повторять план, можно и чем-то еще придумать. Может быть, допустим, взять и типа, с нижнего ракурса вот у нас стол. И может опять кашу вытаскивать. Тоже стрелочками показывает, что вот сюда она прячет под стол. То есть вот таким образом делаются тамнейлы. Это занимает очень мало времени. Но... у вас уже появляются какие-то намётки того, что вы будете делать. И типа вот я такая, нет, мне не нравится этот вариант, что-то как-то сбивает, потому что персонаж здесь смотрел в эту сторону, а тут он смотрит в эту сторону. Что-то непонятно. Я такая, не-не, лучше я оставлю вот этот план, пусть будет вот так вот, и просто руки с кашей, типа, они ее поднимают и да, прячутся под стол. Мне кажется, что так, типа, более понятно будет. Вот. И таким образом можно набросать всю историю и уже потом по тамнейлам отрисовывать. То есть я прям настоятельно рекомендую начинать с них. Вот прям первые полчаса не бросаться рисовать, а взять лист бумаги, карандаш и просто посидеть, подумать. И поверьте, в дальнейшем, когда вы начнете уже отрисовывать следующий там час, вас это сильно время сэкономит, если вы сделаете тамнейл, и вы уже будете понимать объем работы. Ну, а сказку «Колобок», я надеюсь, все знают. Если вдруг кто-то не читал, вы можете сейчас погуглить и быстро ее там за 5 минут прочесть. Она небольшая.
обязательно тоннелов можно уже как-то подумать, типа, как персонажи будут выглядеть. Но вот сейчас вообще можете не заморачиваться с дизайном персонажей. То есть это просто будет только время отнимать, если вам там надо медведя нарисовать просто. Вот можно вот так вот рисовать, типа медведь. Ну, как бы, огурцов достаточно для раскадровки. Главное, чтобы было понятно, кто это. Ну, как бы плюс-минус во всех кадрах. Лоб можно вот так. Ну, как бы каждый по-своему по-любому рисует. Но к тому, что не нужно их усложнять. То есть здесь больше важно историю рассказать. Хотя, если кто рисует уже нормально, вы понимаете, что с вашей скоростью вы успеете еще и персонажа рисовать. Но вообще я советую сначала сделать огурцами, а потом уже следующим слоем такие уже там эмоции поточнее сделать что-нибудь. То есть сначала набросайте, потом уже прорисовывайте. Но у вас будет уже вся история целиком. И когда будет готово тоннело, вы будете понимать, сколько шотов у вас в этой истории получается. Я, наверное, давайте поставим ограничение 20 шотов. Иначе просто можно не успеть. То есть если вы понимаете, что в 20 шотов вы не укладываетесь, подумайте над тем, как бы, какие места вам подсократить, может быть. То есть либо вы супербыстро рисуете. Движение камеры. Подумайте над тем, как у вас будет двигаться камера. Тоже. Где у вас, может быть, какие-то акценты, там зум, где у вас будет панорама, где у вас, может быть, какой-то пролет камеры, но тут тоже не сильно усложняйте. Потому что если все кадры у вас будут вообще без движения камеры статичные, это тоже будет скучно. С другой стороны, если у вас будет постоянно какое-то панорамирование, это тоже зритель начинает штормить. То есть если камера двигается все время, это плохая режиссура. Надо чередовать кадры, где стоит статика, и кадры, где идет какое-то движение камеры. Вот. И вообще еще тоже хорошее правило монтажа, я там его не написала, но так словами вам проговорю, что если у вас кадр начинается со статики, а потом идет движение камеры, вот допустим в этом кадре, что руки уходят, и я такая чуть-чуть еще камерой панорамирую в конце, чтобы она ушла туда. И если на такой склейке в следующем кадре будет статичная камера, то есть кадр будет начинаться со статики, это не очень хорошо смотрится. То есть всегда лучше делать монтаж статика на статику, движение на движение. И переход от статики к движению, он происходит внутри кадра. То есть персонаж бежал в кадре, типа, потом он остановился, и камера остановилась вместе с ним. А не так, что он бежит в этом кадре, камера двигается вместе с ним, а следующий план, камера стоит, и персонаж оттормаживается. То есть он еще двигается, а камера уже остановилась. То есть так плохо монтируется. Тут тоже типа камера доходит и останавливается в этом плане, и потом уже через статику можно там на следующий план монтировать. Вот, но я не знаю, успеете вы камеры расставить, скорее всего, нет. Ну, то есть, может быть, это можно сделать позже уже, как бы за рамками мастер-класса вот этого. Потому что сейчас у нас мало времени. И именно поэтому я еще прошу не застревать на рисунке. То есть постарайтесь больше сфокусироваться именно на рассказе истории, поработать с композицией кадра. Вот. И что еще было прикольно, и даже не прикольно, а вот что хотелось бы увидеть, это какая-то своя трактовка данной сказки. То есть я вот в объявлении уже писала, что мы сегодня попытаемся сделать в каком-то из кинематографических жанров. В принципе, если хотите, можно сейчас накидать список, но вспоминайте, чего знаете, я могу быстренько записать, чтобы у вас было перед глазами. Вот, кстати, я вот думала в жанре детектива делать. Он прямо супер характерный. Пародия, кстати. Пародия — это прям отдельный жанр, но причем он должен пародировать тоже какой-то жанр. Как бы нарушая каноны этого жанра. То есть мы понимаем, что, допустим, у нас мелодрама, но при этом там все мочат друг друга жестко. И это уже как пародия начинается. Трэш, ну... У меня тут какой-то трэш выходит, честно говоря. Трэш хороший, это тоже не так-то просто. Прямо дожать до конца, что прям трэш-трэш. Короче, у меня такая задумка. Значит, колобок.
пытается убежать. Он застревает в заборе. Во дворе сидит бабка, она это видит. И тут кричит дед. Такой: бабка, где колобок? А бабка, она хочет помочь колобку, хочет освободить свое творение. И она его по жопе шлепает, и он выскакивает из забора. И такой, слезки такие от счастья. Как в аниме. Что ж, я почти это увидела. Кстати, можно еще сделать колобок эротику. Ну вот, почти эротический колобок, можно ему прям жопку прорисовать такую рельефную. Какие у нас еще жанры остались? Вроде основные я написала. Немое кино или какой-нибудь в стиле нуар тоже. Документалка. О, документалка. Ну, здесь, наверное, будет сложно достаточно документалку сделать по сказке. Давай напиши приключения, типа Рона. Артхаус. О, нет, нет, это слишком сложно для первого раза. Артхаус — это уже когда ты умеешь делать по правилам, и все эти правила нарушаешь. Если ты не умеешь, то получается вот это вот. Вот, ну, в общем, накидали, я думаю, достаточно. Мы делаем раскадровку. Делать, кстати, вот, кстати, в чем рисовать, можно рисовать как угодно, даже на бумаге, вот как я здесь в тамнелах показывала, то есть стрелочками просто показывать движение. И, кстати, ну, камеру, я обычно, когда такие наброски делаю, я камеру показываю вот так вот рамками, что, допустим, здесь вот каша, и потом общий план, допустим. Я пишу, что это первая камера, это вторая камера. И, типа, показываю стрелочками, куда она двигается. Вот. То есть, такими рамками обозначаю движение камеры, ничего не двигаю, и потом уже по этим тоннелам могу потом все расставить. Анимацию делать не надо. Внутри кадров, если будете что-то успевать санимировать, то ладно. Но вообще старайтесь лучше, типа, одним кадром рисовать что-то и просто стрелками показывать движение, что происходит. Потому что иначе вы можете не успеть. То есть сейчас самое важное от начала до конца всю историю нарисовать, и уже потом, как, если будете успевать, уже вы начинаете более детально прорабатывать. Если вы захотите это доделать, вы можете уже потом доделать после вебинара и заглянуть еще раз ваш финальный вариант. Посмотрю с удовольствием, конечно. Потому что, ну, я по своему опыту знаю, что полтора часа это очень мало, чтобы нарисовать раскадровку. Вот обычно на это часа три там дается. Когда такие экзамены куда-то поступления. Вот, в принципе, все. Я тогда заканчиваю болтать, чтобы уже побольше времени у нас было на рисунок. Вот, кстати, в ТВ-пейнте, если кто-то в нем уже рисует, тут очень удобно, вот, когда включается не таймлайн, когда анимация делается, а проект. И можно добавлять вот эти вот клипы. И это как отдельные шоты, то есть их потом можно проигрывать, и при этом еще можно их в таком виде делать, то есть длину увеличивать прямо здесь. Это как такое ближе к режиму раскадровки в этой программе. То есть я, наверное, буду в ТВ-пейнте, что просто для скорости. А, и, кстати, насчет реплик. Реплики можно просто субтитрами подписывать, ну, как бы от руки как-то. Если у вас персонажи говорят, то как в комиксах такие вставляют баллоны, либо просто внизу строчки подписывают реплики. А, еще один хороший совет, который я... Ну, то, что я советую вам делать, это набрасывать еще перспективную сетку в композиции кадра, хотя бы условно. Но это прямо очень здорово помогает выстраивать кадр. Там вот буквально какими-то линиями, но чтобы у вас не белый фон был, а даже если это ракурс снизу и там чисто небо какое-то или потолок, ну, там нет каких-то предметов, но все равно, чтобы вы понимали, как у вас пространство организовано. Это прямо сильно улучшает визуально все, что происходит. И еще на этапе тамнелов можно прямо текстом подписывать, что у вас происходит. То есть если стрелочками недостаточно показать движение персонажа, а, допустим, он делает какое-то действие, то есть там поднимает что-то с земли или там стоит, потом бьет. То есть можно нарисовать момент удара, но типа... Или, а можно нарисовать, что только готовится к удару и подписать, что там один бьет другого. Потом уже вы понимали, что анимировать и, ну, не рисовать два раза на тамнеле картинку. Все. Всем
творчество и начинаем.